Всем привет, дорогие друзья, из галереи Люкс. Сегодня уже 20 декабря 2021 года и буквально 2 минуты до начала самой глобальной в истории галереи Люкс новогодней распродажи. У нас будет представлено 56 лотов. Телефоны будут не только Верту, будут еще Tag Heuer, Mabeada, Ulysse Nardin. Скидки будут у нас доходить до 75%. Только вдумайтесь, 75% для приобретения эксклюзивной вещи. Такого не было никогда. Это уже 10-я по счету распродажа, которую вы все ждали с нетерпением. Я прекрасно понимаю, год был для всех тяжелый. Он был и для меня тяжелый. Новый год, он должен быть именно как отдушина, чтобы мы в этот Новый год получали то, что мы хотели. Что касается приобретения наших товаров людьми, которые находятся вне нашего региона. Никаких проблем. Мы уже много лет работаем с транспортной компанией СДЭК. Доставка в любой регион России и СНГ за наш счет. Это тоже вам дополнительный подарок на Новый год. Оплату вы можете произвести любым для вас удобным способом. Это как на карты Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк, Банк Открытия. Также мы можем вам выставить счет, и вы оплатите со своей организации. Я являюсь индивидуальным предпринимателем, работаю без НДС. Либо вы можете приехать к нам в бутик. Мы находимся в городе Екатеринбурге по адресу Мамина Сибиряка, дом 101, офис 507. Что касается наших лотов. У нас 56 лотов. Все эти лоты выставлены на нашем сайте galerialux.rf. Можете зайти и посмотреть. То есть цена старая, которая у нас была на сайте. Предположим, там 99 999 рублей. Мы делаем скидку 50%. И, соответственно, мы видим цену там 49 999. Сроки распродажи начинаются с сегодняшнего дня. И распродажа заканчивается 10.01.22. И кто у нас досмотрит этот ролик до конца, получит маленький бонус. Возможность участвовать в розыгрыше призов. Так как Новый год, мы должны дарить подарки. Соответственно, у вас есть такая возможность. Условия нашего розыгрыша максимально простые. Досмотри это видео до конца, и у тебя есть шанс выиграть один из трех замечательных призов от компании «Галерея Люкс». На моих часах показывает ровно 11 часов, а это означает, что мы 3, 2, 1, погнали! Всех приветствую, дорогие друзья, из «Галереи Люкс». И хочу вам сообщить, что наша глобальная новогодняя распродажа стартует. Первый лот в нашей новогодней распродаже – это Mabeada Professional 105. Второй лот в нашей новогодней распродаже – это Virtu Constellation T Alligator Black Diamond. Третий лот в нашей новогодней распродаже – это Virtu Constellation Touch Brown. Четвертый лот в нашей новогодней распродаже это Tag Heuer Меридист первого поколения в стальном корпусе с каучуком. Пятый лот в нашей новогодней распродаже это Virtu Constellation Quest.
шестой лот в нашей новогодней распродаже. Это Virtu Ascent Classic FIFA с волком-забивакой. Седьмой лот – это Virtu Constellation Classic Monogram Red. Вот с таким вот рубином в центре клавиатуры. Восьмой лот в нашей новогодней распродаже – это Virtu Constellation Classic Rococo Noir. Девятый лот в нашей новогодней распродаже это Virtu Constellation Touch первого поколения Polished Black. Десятый лот в нашей новогодней распродаже это Virtu Constellation Classic Ostrich Blue. Одиннадцатый лот. Это Virtu Constellation Quest. Двенадцатый лот. Это эксклюзив. Лимитированный. Ascent Classic. Motorsport Limited Edition. Пятнадцатый лот это Virtu Ascent Classic. Четырнадцатый лот в нашей новогодней распродаже – это Virtu Constellation Touch Alligator Polished Black. Пятнадцатый лот в нашей новогодней распродаже – это Virtu Ascent Classic специальной серии «Азур». Шестнадцатый лот в нашей новогодней распродаже это Virtu Constellation Classic Monogram Pink.
17 лот. Это Virtu Constellation Rococo Sapphire. Восемнадцатый лот – это Virtu Touch New. Девятнадцатый лот – это один из самых моих любимых телефонов. Это Virtu Ascend X Titanium Black. Вот мы подошли к 20-му лоту. Это Virtu Constellation Monogram Pink. Первый лот Virtu Constellation Classic. Двадцать второй лот в нашей новогодней распродаже — это Virtu Ascend X Алюминий Браун. Двадцать третий лот — это Virtu Signage Touch в корпусе ПВД. Двадцать четвертый лот в нашей новогодней распродаже — это Virtu Ascend Ti Check It. Двадцать пятый лот в нашей новогодней распродажа — это Virtu Rococo Scarlet. Вот. Двадцать шестой лот в нашей новогодней распродаже — это Virtu Ascend Classic. Двадцать седьмой лот в нашей новогодней распродаже — это эксклюзив от Tag Heuer, Меридист первого поколения. Двадцать восьмой лот — это Virtu Ascend X Titanium Black.
29 лот. Это Virtu Constellation White. Лот в нашей новогодней распродаже — это классический Constellation. Первый лот в нашей новогодней распродаже — это Virtu Ascent TI Fiber. Следующий лот под номером 32. Это Virtu Constellation Quest Pink. Тридцать третий лот в нашей новогодней распродаже — это Virtu Constellation Classic Karung Pink. Четвертый лот в нашей новогодней распродаже — это Virtu раскладушка в простонародье. Пятый лот в нашей новогодней распродаже — это Virtu Constellation Quest Carbon. Шестой лот в нашей новогодней распродаже — это Virtu Ascent TI Knurler. Тридцать седьмой лот в нашей новогодней распродаже — это Takoyer Meridis первого поколения. Лимитированный RST-шный Lamborghini. Тридцать восьмой лот в нашей новогодней распродаже — очередной эксклюзив. А эксклюзивен этот аппарат тем, что он, может быть, даже является единственным в мире хромированным телефоном Virtu Constellation раскладушка. Девятый лот в нашей новогодней распродаже — это Virtu Constellation Touch. Сороковой лот — это очередной Virtu Ascent X Titanium Black RST.
41 лот. Это Virtu Constellation Alligator Red. Второй лот. Это аналогичный аппарат Virtu Constellation Alligator Red. Этот телефон продается вместе с аналогичным чехлом. Следующий интересный лот в нашей распродаже под номером 43. Это Virtu Constellation Touch. Сорок четвертый лот в нашей новогодней распродаже – это Virtu Aster Cognac Brown. Сорок пятым лотом скрывается вот такой вот интересный, веселый и эксклюзивный аппарат. Это Virtu Ascent TI Neon. Под 46-м лотом скрывается вот такой вот инвест-лот. Это Virtu Constellation Classic в золотом исполнении. Сорок седьмой лот – это Virtu Ascent X PVD Knurlet. Сорок восьмой лот – это Virtu Signage Touch на андроиде. Сорок девятый лот – это Virtu Signage S-Design в коже аллигатор. Ранее в распродажах Signature S-Design у нас не участвовали. Но... Десятый лот. Это Signature S-Design Pure Black. Первый лот в нашей новогодней распродаже – это Virtu Ascent TI Titan Red. Пятьдесят второй лот. Это Ulysse Nardin Charman. Это...
53-й лот в нашей новогодней распродаже — это Virtu Constellation Pure Black Limited Edition. Лот в нашей новогодней распродаже — это Virtu Ascent Classic Limited Edition Race Track Monaco. Пятый лот в нашей новогодней распродаже — это Virtu Ascent X Ferrari GT. Ну и финальный аккорд. Лот под номером 56 – это Virtu Constellation Polished Black. Ну что, господа, вы посмотрели все наши лоты. Их было 56. Надеюсь, что многие из вас нашли то, что хотели приобрести многие годы. Ну а для тех, кто хочет поучаствовать в нашем розыгрыше, условия очень простые. Нужно быть подписанным на наш канал «Галерея Люкс». Нужно быть подписан на наш Instagram galerialux.reservit. Обязательно поставить лайк под этим видео и написать какой-нибудь комментарий, связанный с Новым годом. Это может быть пожелание, это может быть какое-то напутствие. Просто можете написать «С Новым годом». Старт розыгрыша дан прямо сейчас, а финиш у нас будет 11 января 2022 года в 12 часов по московскому времени. Главный приз — вот эти вот прекрасные запонки. Они изготовлены из титана. На сегодняшний день это очень эксклюзивная вещь, которую уже нигде не купить. Это у нас первое место. Второе место — это будет подарочный сертификат на сумму 10 тысяч рублей, который вы можете потратить у нас в галерее Люкс, либо в люкс-сервисе. Третий приз — это вот такие вот прекрасные наушники Virtu Bang & Olufsen. Как будет определяться финалист? Через генератор случайных чисел. Я думаю, что многие из вас уже участвовали в каких-то подобных розыгрышах, и объяснять всю техническую часть не стоит. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю крепкого вам здоровья, счастья, любви. С вами был Алексей Шальнев. Всех вам благ. С Новым годом!